Приветствую, друзья, с вами Дмитрий Изида. Сегодняшнее видео является первым выпуском обзоров премиумных самолетов. Появление данной серии видео связано с популярным вопросом, какой самолет выбрать для покупки. Мы разберем плюсы-минусы боевого применения, а также доходность тех или иных крафтов. А начнем мы с первой эпохи. Для начала скажу о возможности получить бесплатно один из именных самолетов. При первом входе в игру вам предлагается выбрать одну из наций. Выиграв бой, вы получаете премиумный самолет этой страны. Это именные самолеты в окраске пилотов, которые на них летали. Тач, Марколин, Жуковский, ТАК, Хагири. Остальные же имеют стоимость 250 орлов. А теперь сразу же перейдем к разбору более дорогих машин первой эпохи. Первый самолет в нашем испытательном центре – это истребитель Хенкель 112Б1 в немецкой исследовательской ветке. Его цена – 550 орлов. Он имеет не слишком хорошие бонусы к фарму львов, но отличные показатели бонусов получения очков исследования. Забегая вперед, скажу, что в японской ветке имеется точно такой же премиумный самолет под названием А7Хи-1. Данная серия 1938 года выпуска и была оснащена 12-цилиндровым рядным карбюраторным двигателем жидкостного охлаждения фирмы Юнкерс. На своем ранге самолет довольно неплохо набирает высоту, но использование соколиного удара требует осторожности. Рано наступающий флаттер является его слабостью. Маневренность у него прекрасная, что диктует использование Хенкеля в виражных боях. Вооружение потрясающее. Помимо двух пулеметов МГ-17 7,92 мм, наш Хенкель вооружен двумя 20-мм пушками МГФФ со 120 снарядами в сумме, что для его первого ранга является потрясающим результатом. По применению. Лучше всего максимально набирать высоту, держась союзников. Если увидите противника выше вас, не пытайтесь вести высотный бой. Берите цели, которые ниже вас, пикируйте аккуратно со сброшенной тягой и закрылками в режиме бой. В догфайты или другими словами в виражные бои можете вступать смело. Достоинства. Очень хорошие показатели во времени виража. Отличное вооружение самолета на первой эпохе. Легок управление, можно сесть даже на авианосец. Недостатки. Двигатель теряет мощность при отрицательных перегрузках. Раннее наступление флаттера при пикировании. Пикирование своих одноклассников он догоняет плохо. Сложность освоения самолета низкая. Советская ветка. Самолет первого ранга Каталина. Цена 880 орлов. Обладает самыми невероятными бонусами фарма львов в своей эпохе, а также хорошими бонусами получения очков исследования. Каталина – это двухмоторный дальний морской разведчик. Говоря о защитном вооружении, помимо одной турели с пулеметом 7,62 мм, имеется три турели с 12-мм калибром, так что отбиваться от врага он будет вполне способен. Также умеет плавать, но надеюсь, вам это не пригодится. Скорость полета по прямой у него низкая, пикирование противопоказано, имеет отличную бомбовую нагрузку. Доступен бомбовый прицел, что упрощает работу по наземным целям. По применению. Начинаете вы, как правило, на высоте. Высоту более не набираете, а идете прямо. Отрабатываем наземные цели через бомбовый прицел с занятой высоты. Но если цели подвижные и необходимо спуститься, делайте это медленно и аккуратно. Самолет не летит больше 320 км в час. Если вам на 6 сил истребитель, даже не пытайтесь уклоняться. Садитесь за пулемет и работайте по врагу. Ну или доверьте свою судьбу прокачанным стрелкам, если таковые имеются. Достоинства. Лучшие бонусы к фарму львов среди всех премиумных самолетов первой эпохи. Лучшее защитное вооружение среди всех одноклассников. Отличная бомбовая нагрузка. Можно установить торпеды. Умеет плавать. Недостатки. Маленькая скорость полета. Очень раннее наступление флаттера при наборе скорости. Не слишком прочный. Сложность освоения самолета – средняя. Британская ветка порадует нас сразу двумя машинами. Бомбардировщик Вайервей, его цена – 480 орлов. Имеет средние показатели бонусов доходности и очков исследования. Вайервей имеет хорошую бомбовую нагрузку, курсовое вооружение в виде двух пулеметов 7,7 мм. Сзади имеется одна турель с пулеметом того же калибра. Для бомбардировщика достаточно хорошо маневрирует. Бой начинает не в воздухе, приходится медленно взлетать. Набор высоты очень долгий, но на данном самолете, учитывая его специфику, это и не нужно. Бомбовый прицел отсутствует. Приходится работать по наземным целям на малых высотах с небольшим пикированием. По применению. Начиная со взлета с полной бомбовой нагрузкой летим по низам до наземных объектов. Ввязаться по пути в бой мы способны благодаря хорошим показателям виража. Но из-за подобного, скорее всего, придется сбросить бомбы. Да и боезапас курсового вооружения, состоящего из двух пулеметов, всего 1300 патронов.
Сбить кого-либо очень сложно, поэтому лучше лететь дальше к наземным объектам, минуя все опасности. Ну а сбрасывать бомбы проще всего, пикируя под углом 45 градусов, но нужна практика. Достоинства. Хорошая бомбовая нагрузка. Отличные показатели во времени виража для бомбардировщика. Недостатки. Слабое курсовое вооружение. Маленький боезапас. Отсутствие бомбового прицела. Слабое защитное вооружение. Медленный набор скорости. Сложность освоения самолета высокая. Следующий самолет — Havok МК-1. Двухмоторный ночной штурмовик. Цена 400 орлов. Имеет хорошие бонусы к фарму опыта и денег. Также он может похвастаться бомбовым прицелом и отличной бомбовой нагрузкой. Правда, без варианта ее выбора. Единственный доступный вариант — это 4 бомбы по 500 фунтов каждая. В сумме это 908 наших килограммов. Имеется курсовое вооружение в виде 4 браунингов калибром 7,7 мм, а для защиты установлена пара турелей того же калибра. Havok хорошо разгоняется по прямой, неплохо маневрирует. Как показала практика, он достаточно крепкий, может дотянуть до своей базы с одним двигателем, управлять им несложно. По применению, так как появляемся мы сразу в воздухе и имеем бомбовый прицел, нам не обязательно спускаться за наземными целями, можно отработать их с высоты. После можно вернуться на аэродром для загрузки новых бомб, или же погонять вражескую авиацию. Благо Havok это умеет за счет хорошей скорости по прямой и имеющегося курсового вооружения. Нужно быть осторожнее с противником, который имеет пушечное вооружение, ну а пулеметы малого калибра нам не слишком страшны. Самолет достаточно прочен. На Havok также можно почувствовать себя истребителем, атаковать своих врагов, используя вертикальные маневры. Я рекомендую верхние йо-йо и косые петли. Достоинства. Отличная бомбовая нагрузка, хорошее курсовое вооружение, хорошая прочность, отличная крейсерская скорость для бомбардировщика. Недостатки. Не слишком хорошее защитное вооружение. Сложность освоения самолета низкая. На этом разбор премиумных самолетов первой эпохи завершен. Пишите свои вопросы, связанные с премиумной техникой, в комментариях под видео. Я обязательно на них отвечу. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках, посвященных премиумным самолетам второй эпохи. Удачи в небе, War Thunder!